Участок дороги на пересечении Шалимова с Краснознаменской радует автомобилистов новеньким асфальтовым покрытием. Как и обещали городские власти, дорожники справились с ремонтными работами до понедельника. Однако не успела бригада ДРСУ закончить ремонт, как в районе того же перекрестка неизвестные украли люк от технического колодца и сливную решетку, чем сильно расстроили донецких ремонтников и многих артезиан, включая градоначальника. С помощью ДРСУ города Донецка отремонтирован участок дороги, поворот с улицы Шалимова на улицу Краснознаменскую. Отличный ремонт провели, я очень благодарен этой подрядной организации. Я надеюсь, в следующем году мы также будем с ними сотрудничать. Ну, разочаровало меня следующее, поведение граждан города. Все отлично, сделали дорогу, все довольны, но буквально прошли сутки, украден люк. И украдена решетка сливневки. Я честно скажу, вот сколько, мне кажется, народу не делай, все будет плохо. Поэтому, честно, я очень разочарован и весь коллектив, который трудился на благо города. Вернувшись к теме ремонта дорог в Арцизке, Василий Ткачук пояснил, почему до сих пор так и не начат ямочный ремонт проезжей части улиц 40 лет освобождения Украины и героев Сталинграда. Перестановки, скажем так, в администрации ГП «Автодор» привели к задержке по выполнению работ. Но мы вчера проводили совещание совместно с департаментом дорожного строительства при Министерстве транспорта. Нас заверили, что все объемы, которые по августу, они будут выполнены буквально в ближайшие дни в сентябре. Причем планируем и сентябрь еще продолжать сотрудничать, работать, и октябрь. Планируется до конца сезона отремонтировать и разбитое асфальтовое покрытие на улицах Мира и Огарева.